Теперь о благоустройстве. В 2018-м на территории Подмосковья обустроят порядка 1500 дворов. Кроме того, будут установлены 183 новые детские площадки. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. Какие новшества планируются в этом сезоне, расскажет Мария Кузьмичева. Согласно утвержденному плану графику, к 30 июня программа комплексного благоустройства дворов уже должна быть выполнена не менее чем на 10%. Во многих муниципальных образованиях работы по благоустройству уже активно ведутся. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также информационные щиты. Кроме того, появилось еще одно требование. Теперь обязательна установка на новых детских площадках камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Напомним, программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 года. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов. За три предыдущих года уже выполнено комплексное благоустройство более 4800 дворовых территорий. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.